Привет всем, с вами Евгений Сусин. У меня новое стихотворение. Называется оно «Скорее бы весна». Скорее бы весна, скорее бы капель, закончилась зима, сошла на нет метель. Пусть птицы прилетят и песни запоют, пусть люди захотят почувствовать уют. Пусть люди захотят вернуть душе любовь и боль свою унять, и исцелиться вновь. Ручьи пусть зажурчат, проснутся ото сна, и, наконец, придет цветущая весна. Пусть сердце зазвучит мелодия любви, и рана не сочит, не давится в груди. Пусть солнце изнутри растопит твердый лед, и чудо на земле опять произойдет. Пусть с ночи до зари влюбленные парят друг другу у двери, о чувствах говорят. Скорее бы весна, скорее бы цветы, скорее бы воплотились заветные мечты. Ну, вот такое вот стихотворение.